Тюменец Тимур Нагибин одержал очередную победу в промоушене смешанных единоборств RCC. На турнире в Екатеринбурге его соперником стал кореец Кьюнг Пьё Ким. Россиянин вымотал соперника и буквально за секунду до гонга рефери остановил бой. Я считаю, да, можно было бы и раньше остановить, он уже капа выплюнул свою. Поэтому я просто увидел, что я мог, в принципе, и не добивать его дальше. Но увидел, что 10 секунд осталось, мне уже не хотелось второй раунд драться. Теперь в рекорде у Нагибина 18 побед при 6 поражениях. И возраст расцвета для бойца 28 лет. Правда, далеко идущих планов тюменец пока не строит. Пока я не люблю об этом говорить, потому что обычно, когда что-то говоришь, это не особо сбывается. Поэтому нужно более, так скажем, сделать сначала, а потом уже разговаривать. Так, конечно, есть возможности, есть. Просто, вы же сами понимаете, это профессиональный спорт. Надо смотреть на суммы, которые предложат.